Всем привет, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Альтер, и я за Калибабс. Я когда-нибудь вообще вылезу, нет, из компьютера, не знаю. Столько всего выходит, с ума сойти, столько реакций на сериалы, на музыку, на синглы всякие разные, на клипы. В общем, стараюсь. Ну вот эти 2 месяца вроде как конкретно прям активно вести YouTube канал. Спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто подписывается. Нас скоро будет 20 тысяч, и это очень круто. Если не подписаны, подписывайтесь. Ну, а это реакция на сериал «Саке». Один из лучших, что я видел. Погнали. «Саке» же я включил. Сука, как я задолбался, отвечаю. А ты, блин, я тебя понимаю. Походу, мне не английский с китайским надо учить, а еще язык жестов. Че надо, говори быстрее. Подрядчик звон, жалуется. Да это, Азамат, весь кислород им перекрывает. Правильно. В смысле, они же наши подрядчики. Я понял. Просто есть такое слово, бей своих, чтоб чужие боялись. Ой, заткнись, не делай вид, что ты понял значение этого слова. Просто слушай меня, передай этим подрядчикам, пусть терпят. И работают правильно, и мне придется работать правильно. Да. Хоть это мне непривычно. Понятно? Пусть чуть потерпят, я дальше все решу сам. Пару месяцев. Понял? Понял. Все, давай. И это, слышь, ты тупая башка. Не разговаривай у меня в кабинете. Понял? От души, шеф. От души. Чуть-чуть подождите, у нас совещание идет. Ладно. Вот, блин, для чего вам кабинет выдавали? Впредь, если к нам зайдет многодетная мать. Сразу выгоняю. Просто рот свой закрой и слушай, не перебивай, пожалуйста. Слишком много синего. Придет, если к нам многодетная мать, сразу, без очереди ее ко мне, понятно? А если вдруг меня в кабинете не будет, запиши, что, какие проблемы, и сразу передавай мне, ясно? Ясно. А у нас акция к этому кабинете? Просто рот свой закрой, пожалуйста, и все. И работай, все кругом. Давай, давай, давай. Вообще-то это мужской туалет. Вообще-то это не твое дело. Но совещание было. Охренеть. Походу у нас новый служебный роман. Между помощником Акима и его новый секретарш. Наш Аким узнает. Охренеть. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Вы меня поставите. Добрый день, шеф. Да, 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 да. Ё-моё, что здесь происходит? Че там, че так долго? Да это, цикл. С нами вот в туалете сейчас общаться. В туалете? Че говорить? Короче, чуть-чуть надо потерпеть. В смысле терпеть? Ну что, терпила, чтобы терпеть? Терпилка уже заканчивается. Сейчас, подожди. Это Далбич, Азамат всем вместе, а че ты трубку не берет? Я помню, столовая обедает. Столовой? Он, блядь, что, в натуре святой, что ли, а? Ладно, пойдемте ему, пожелаем, так сказать, приятного аппетита. Чекитка. Люди, бархать на ря. Сами пообщайтесь. Почему? Закурю, потом на работу. Ты что, хотел просто в Акимате походить, что ли? А? Хочешь так это? Ну, давай. Секс. Вас спас на заке. Рахмет. Не против, сядь. Садись. Благодарю. Да. Вы что-нибудь закажете? Хотя вы же в таких местах не едите. Ну почему? Нужно хотя бы компот выпить, да? Официант! Тут самообслуживание. А, да?
Тогда, Арман, пожалуйста, сделай компот. Азаки, знаешь, я думаю, мы не с того начали наши отношения, понимаешь? Что, у нас были какие-то отношения? Ну вот я про это и говорю. Хотя я очень хотел бы иметь такого друга, как ты. Ну, я не знаю, какой-то подарок, что ли, тебе сделать, ну, чтобы ты остался доволен. Ну, вы сдайте свои объекты по всем нормам и своевременно. Тогда я буду доволен. Да ты не понял меня, Азанов. Это само собой разумеется, сделайте. Но тебе же от этого никакой выгоды нет. Не, для народа это хорошо, я согласен. И для тебя это все самое главное, как бы, да? Смотри, ты статный человек. Не обижайся, но это правда. У тебя даже собственной машины нет, или там квартиры там. Ты что, мне подкупить решил? А чего тут подкупить? Такой жест ради нашей дружбы. Это же... Ну, это же получается взятка, правильно? Какие взятки? Азан? Я же чисто для нашей дружбы стараюсь. Тем более я взамен ничего не прошу. Да. Ну, если мне взамен ничего не надо делать, то, в принципе, я согласен. Кстати, мне трехкомнатная квартира нужна была. Я смотрю, ты не просто хочешь другом стать, прям братом, да? Ну, в принципе, не вопрос, можем решить. Через 2 часа. Сколько? 2 часа. Через 2 часа. Эх, чего не сделаешь ради хорошего человека, да? 2 часа так, 2 часа. Сделаем, чики-пуки. А, кстати, квартира где находится? Новостройки, где прошлой неделе мы завалили, напротив нового спорткомплекса. А, это тот объект, который вы полгода назад должны были. Да, блядь, там финансовые проблемы, оно... Да, все, толкать не начинай, я просто спросил. Ну все, договорились? Через 2 часа увидимся. Все, брат, жду тебя. Так, интересно, что он задумал. Ну, он по-любому что-то задумал, как-то провести... Я очень надеюсь, что вы все-таки ничего, не подкупили. Как поговорили? Охуенно поговорили. Еще говорить не ломается, бля, принципиально такое. Типа правильно. Знаешь, как говорится? Где деньги говорят, там, блядь, совесть молчит. Трешку запросил, прикинь, на нашем объекте. Трёшку? Ни хрена у него аппетиты. И ничего не взорвал. Да похуй. Он же от этого хорошо. В общем, смотри, позвони пацанам прямо сейчас и скажу, чтобы везде камеры поставили на ту квартиру, когда мы будем ключи ему давать, чтобы все отсняли. И будет он в наших руках. Будет делать все, что мы ему скажем, сука. Понял? Ну ты долго, конечно, гей. Че, поехали? Нет. Нахер. Гей послушался. Окей, да, все понял, гений. Ты не пеешь, что ты, ты же не пьешь такое. Также могу предложить вам ханский плов с хазе. Нет, давайте что-нибудь из мясного есть. Так, из мясного могу вам предложить стейк из мяса косули. Вот, все, стейк давай, и что там у вас еще есть? И салат из моцареллы, да, и какое-нибудь дорогое, хорошее вино. Все, опа, хорошо. Быстро, да? Хорошо. Сотрудники КНБ задержали Акима Каратальского района. По данным пресс-службы КНБ, он обвиняется по таким статьям, как превышение должностных полномочий, получение взяток, а также, по словам местных чиновников, он принимал участие в незаконно выигранных тендерах. Раздача земель... Что-то там вообще задержания полным ходом идут. Акимов? Во время его ужина в одном из дорогих ресторанов. Приятного аппетита, сука. Девушка! Хлеб и воду. Я слушаю вас. Отмени заказ здесь полностью. Просто суп какой-нибудь, хлеб дешевый и коньяк дешевый принеси. Все хорошо.
тебе еще твари не хватало. Азамат тварь. Да, Азаматик. Саят Саматович, вы заняты? Да, что-то срочное. Саят Саматович, можете приехать на объект? Я вам сейчас местоположение скину. Давай завтра, а? Давай завтра, у меня сейчас времени мало. Нет, Саят Саматович, это очень срочно. Тем более журналисты уже тут. В общем, я вас жду. Че? Кал? Ты что, охренел, что ли? Трубку бросаешь, что с журналист? Да, Заматик, что? Саят Саматович, я извиняюсь, только что оборвалось. Это у меня, сейчас буду, хорошо. Так, журналисты, объект. Интересно. Господи, как говно пьют. Девушка! Ну, как вот, лазаки. Это называется новая жизнь. Это аж новая жизнь тебе, лазаки. В смысле? Да нет, в смысле, там у нас лозунг такой, Салем Групп. Купи себе новую жизнь. Салем Групп. Сандай, короче. Ну, хорошая квадратура. Ну да, Кинг. Ну, честно говоря, пока только в черной отделке. Ремонт еще не делали, просто не знали, что вы его сейчас сразу заберете, поэтому не успели. Ничего страшного, это уже мои проблемы. Да, да. Ну, пойдемте дальше. А, кстати, Азаке. Тут, короче, документы. Пока что, так сказать, техпаспорт. Ну, мы не знали, на кого оформлять, на вас или нет, мы же понимаем, да? Так что, сами знаете, на кого оформите, вот, держите. Ну, вообще не проблема. Я на маму оформлю, да? Кому? На маму. А, кстати, сейчас, минуточку. Вадина? Азаке! Так спокойно снимает. Ну вот, поздравляем вас с новой квартирой. Круто. Это ваша новая квартира. Как вам? Моя новая квартира? Ну да. Азамат. Скико Брахмет. Махтомс. Свомасанс. Не за что. Вот, кстати, я забыл познакомить, это наши партнеры, спонсоры, так сказать, добросовестные подрядчики. Вот, Усларга Рахмет. Рахмет, Сергей, курку. Да, вот, вообще. Это ваша родная, да, мама? Ну, да. А сколько она тебя родила? Это не ваша мама. О, Саня Саматович, вы прям кстати. Что-то срочно не было так. Да? Вот мы подарили Мадина Тете новую квартиру. В смысле? Помните? Да, да. Саят Саматович, спасибо вам большое. Ага. Я до сих пор поверить не могу. Я думала, вы только ремонт сделаете в старом доме, а тут новую квартиру подарили. Ну, Саят Саматович, мы так подумали. Вместо ремонта лучше подарить новую квартиру. И ну, вот. В смысле, мы квартиру, да, и подарили? Да. Ну, вот и наши партнеры. Талгату Рахмет, Арману Рахмет. Да, я забыл. Что вот, вот такая вот у нас просторная квартира. Конечно, хотелось бы больше подарить, да? Ну, то, что можно. Нет. Саят Саматович, да. Кстати, там внизу журналисты ждут. Ага. Ну, такое событие. Да, да. Надо да. будет интервью дать. Все, все, давайте, давайте. Ну, в смысле вы? Не, а я? Не-не-не. Да. Это твоя заслуга. Давай, ты сам интервью давай. Вот. Мадина Татья, я думаю, скажет, да, Рахмет, Самат, Мат. Все? Все. Саят Саматович, внизу будем ждать. Хорошо, попозже я тебе. До свидания. Кто он? Офигеть. Что за херня происходит? Да я у вас хочу спросить, что за херня? Не было сейчас на ровном месте квартиру профукали, бля. А потому что вы долбоебы. Я вам что сказал? Не надо двигаться лишний раз без меня. Теперь вот соси сосок называется. Помните анекдот? Что теперь будем делать? Сосать? Сосок. Это что за херня была так что? Где? В смысле где? Как где? Саят? Я говорю, что за херня, так дела не пойдут? Когда ты этого ебаного урода удалил? А? Нельзя так говорить в кабинете. Он уже, блядь, достал, он вот здесь, блядь. Хотя... Из-за него все наши движения, понимаешь? Ничего нету здесь, успокойся. Саят Саматович, можно? Ты нормально будешь разговаривать, нет, нахуй?
Ты нафиг расслабься, ты не забывай, в каком ты кабинете находишься. Это кто такой, чтобы ко мне приходить в мой кабинет? Это здание Акимата, перед тобой стоит районный Аким. Что, думаешь, один раз квартиру подарил многодетной маме, все что ли? Может, со мной так разговаривать? Хрен вам! Вы поставщики вообще уже расслабились нахрен. Вы давайте субординацию все соблюдайте, понятно? Ты мне не друг и не брат, чтобы со мной так разговаривать. Пошел вон нахрен отсюда. Давай, че сидишь, пошел вон, я тебе говорю. Брат, ты не друг, да, значит, хорошо, понял? Так заговорили. Ладно. Цирк устроил, сука, клоун, бля. Базар, фильтруй, сам ты клоун, понял? Где ты цирк увидел? Газят, не пускай его вообще сюда! Нахрен вы таких пускаете? Пусть там по записи заходит, потом я подумаю, пускать или нет. Совсем охренели уже, расслабились. Их надо жестко, блядь, кислород перекрывать им нахрен. Все, можете не кричать? Он уже, наверное, вышел с Акимата. Не, ну ты видел, что он делает, а? Ты видел, как он разговаривает со мной? С квартиры, вот один из квартиры помог многодетной маме, все. Ты тоже, Азамат, хорош. Нахрена ты его трогаешь? Не давите вы на него. Они же вонючие же. Они завтра начнут вверх вонять. Потом у меня проблем будет. И у тебя будет проблема. Не надо их трогать. Зачем нам это надо? Пусть работают, как работают. Нахрен нам это? Работают, ну пусть работают. Просто у них, понимаешь, у них много, как бы сказать. Вот то, что нужно, любая техника есть, понимаешь, оборудование. Они уже на этом рынке давно. Ну и нафиг, пусть работает. Как скажете. Все. Ну просто они мне взятку предлагали. Мне пришлось их проучить. Ну как взятку? Ну и ладно, ты же главное не берешь, правильно? Ты же правильный? Да. Вот все, пошли их в шопу и все. Пусть разбираются вот те, кто слушает. И нафиг это все, ну. В смысле, где слушают? Ну, слушают же по-любому. В Казахстане кто-то слушает же, как? А, КМБ, что ли? Вот не надо это, три буквы это не называть. Зачем? Зачем эти три буквы называть? Вот они, вот да. Вот они пусть разбираются нафиг. Они же все видят, все слышат. Как бы доверяют люди, министры там, кто-то. Им кто-то доверяет же, вот пусть слушают. Это их проблемы, короче. Нас это не касается. Хорошо? Я вас понял. Саид Саматович, нам бы объезд сделать. Именно по торговым объектам. Давно не делали. Че там, а че у нас проблемы какие-то? А там нарушений очень много. ЛИАЗ как-то не справляется, если честно. Ну, вдруг внезапно сверху проверка приедет. Ну вот, я как ваш советник советую вам сделать этот объезд. Ну, да. Не сегодня, конечно. Давайте завтра. Не, ну, если надо, давай. Ты же советник, ну. Советуешь мне? Давай, давай. Завтра. Все? Ты умеешь? До завтра. Давай. До свидания. До свидания. Все? Да. Ай, где ты, говорю? Ух ты! Да кем можно? Не, я сок, сок. Да? Ну, смотри. Мы пойдем, носик попойдем. Носик? Да. Давай. Что, по-моему, я по телеку видел, что ли? Она поет, по-моему. Она поет, танцует, в общем, да, ровер. Ты где таких находишь вообще? Брат, а шабаржи, ты знаешь, они всплывают, как подводные лодки. Понятно. Ладно, бро, что там? Эй, ты же со мной, что ли, разговариваю? Да. Выкладывай. Ты же не попеть позвал? Угу. Да, в общем, есть одна проблема, короче. Если решим с такими голосами запоем. В общем, тут нужно покопать под одного госслужащего. Скажешь, да, Наки? Что передать? Или ты его на его место метишь, или что? Да нет, ты чё? Упаси Господь. Сейчас же туда никто не метит, там, блядь, опасно, сейчас сажать же начали. С ними надо дружить просто и двигаться вперед, вот и все. Подружиться не получилось, короче, да? Понятно. А кто вообще такой? Зацепки там какие-нибудь? Ну, знаешь, брат, зацепки можно на любого госслужащего найти, так сказать. Они же все там не идеальные. Он, да, блин, поспособствует, если чем он там все знает. Да, да, блин? А? Реально, ты же все там знаешь. А, без проблем там, все решим, что-то.
Что, может, кислород перекрыть? Мне кислород не надо. Кислород я сам могу перекрыть. А за мной? Ну, статья? Да нет, сейчас статья. В общем, нужно его уволить и по собственному желанию. А так, кстати, жалко. А там совесть. Понял. Ну, решим, короче, я думаю, без проблем. Все, брат. От Душинский, Ахмед. Кстати, там братья сказали, если что, моя тоже помощь нужна. Что там? Не, ну у нас никого сажать не нужно. Короче, тендер нужно один забрать. Там для одной больницы на вашем районе закуп нужно сделать. Больница? Это хорошо. Больница людей лечит. Это благое, самое главное. Прибыльное дело, да? Точно! Прибыльное! Нужно лекарства одни подороже протащить. Ну, сам знаешь. Да, брат, какие проблемы, бля. Все решим, мы все решим. Мальчики, мы тут. О, газдарики, жандарики. Жан, давай споем Виагру. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Виагру? Да. Видел, как она намекает? Вот сам нас госслужба говорю. Ну, друзья так друзья, давайте за лучшие друзья. Это Виагра! Бриллианты, блядь! Так, 12 часов у меня ресторан, обед. Это было. Классная серия. Особенно момент в квартире. Вот, но для начала, что у нас тут? Опять же, совещание в туалете, уже как-то неприкольно было смотреть, и в первый раз, по-моему, два раза даже было. Короче, первый раз было прикольно, сейчас уже как-то, ну так, просто норм. Очень такой напряженный диалог был в столовке, и я какое-то отвращение начал чувствовать к этому Талгату, что-то прям... Ну, такой отрицательный, конечно, герой, персонаж. Вот, и, собственно, классно играет актер. Да вообще все актеры играют классно. Вот, Азамат красавчик вообще. Вот, ну, просто супер. Это же надо так провести. Я сначала не понял, типа, чего он хочет вообще. Ну, когда он согласился на квартиру, я уже... Понял то, что это будет развод какой-то, но как именно, что, я забыл об этой матери, которой нужна квартира, вот, массовое сажание акимов, что там происходит вообще, все акимы попадают, что ли, что, нет нормальных там толковых у них, не знаю, вот, момент с квартиры очень крутой, и круто то, что он еще и журналистов позвал, ну, в общем, просто супер. Развод прям конкретный. И Саят тоже все это увидел, посмотрел. Сосите сосок. Ну, что, протупили. Протупили. Реально не надо было трогать. Судьба Азамата пока не ясна. Судя по тому, то, что там сейчас будут копать под него. И что за чувак вообще? И почему на этой встрече таракан этот? Я что-то как-то... Ну, как он там вписался вместе с ними? Ну, то есть, как бы, изначально, конечно, он уже был, но... Нахер? Не знаю. Видимо, этот... Все-таки нужен он им прям конкретно какие-то планы. Вот, и, блин, рядом с ним там такая девушка сидит. Че, у нее вообще вкуса нету? Или у него даже денег же нету так-то, по идее. Он там в кафешках постоянно какую-то шляпу кушает, доедает и так далее. А тут такая девочка. Уф-уф. Ну, они обе. Уф-уф. Но в черный, по-моему, покрасивше. Что еще сказать? Не знаю, что будет. Я так понял, они под Азамат копают. Типа, ну зачем всяки увольняться, если этот у нас правильный, и он им мешает. Ну, по-любому
Влада Замата. И что... А, тем там, тому-то в больнице надо лекарство. Ну что за чувак, интересно? Первый раз вижу. Посмотрим, как он себя проявит. В общем, в целом, серия классная. Сцена в квартире с мамой этой многодетной. Просто супер вообще. Я прям прибалдел. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.